Всем привет! Сегодня убирался в аквариуме с меченосцами и обнаружил там двух мальков. Один ярко-красный и второй блекловатый. Я их пересадил в нерестовичок с шестым выводком малинезий. Они по размеру очень подходят. Пусть пока живут вместе. По всей видимости, их родила вот эта вильчатая самка, хотя я думал, что она совсем молодая. И даже животика у нее особо не было видно. Значит, когда я ее покупала, она уже была заряжена. Жалко, что выжило только два малька, но ничего. Я сделал запись, и где-то через месяц, через 40 дней, буду ожидать следующих родов. За это время надо сходить на птичку и подобрать ей хорошего самца. Спасибо за просмотр.